Подпишись на Свинки Шоу. Всем привет. Сейчас я буду наряжать нашу елочку. У меня здесь небольшой такой запас игрушек. Елочка тоже небольшая, должно хватить. Свинки, чтобы не переживали, пока весь этот процесс возле них происходит, я дала им листья кукурузы. У меня, правда, к сожалению, небольшая травма. Палец не совсем работает, но придется как-то справиться с этой задачей. И потом придется хорошенько вымыть стеллаж, чтобы свинки Новый год встречали в чистоте. Такая красавица. Первый этап пройден. В первую очередь нужно гирлянду было на елку положить. И сейчас буду приступать к игрушкам. Свинки не могут понять, что же это такое. Только что Арнольд так интересовался гирляндой. Осталось ее как-то так повесить, чтобы свинки не погрызли в случае чего. Под свинский хруст я уже вешаю игрушки. Очень люблю синий цвет, поэтому у меня здесь синие шарики и золотые. Пока в процессе. Вот что у меня получилось. Очень такая домашняя, симпатичная, маленькая елочка. Гирлянды. Здесь у меня символ будущего года. Вот такая красивая собака. Мне очень понравилась эта открытка. Ну, милашная собачка. Напишите в комментариях, если у вас живет вот такая же собачка. Елка вся переливается. И, возможно, добавит мне новогоднего настроения. Здесь у меня снеговик. Подарочки. Санта-Клаус. И это все дело стоит на нашем свино-стеллаже. И свинкам тоже будет радостно. Все, с этой задачей я справилась. Новый год будем встречать завтра. Валюша. Тут Валюша. Деловой. А, Арнольд в его домике. Понятно. Дел очень много у свинок. У меня, правда, еще основное дело это вымыть стеллаж. Да, Валюха? Мы тоже справимся с этим. Все постепенно. Главное, что елка уже наконец-то есть. А вы уже нарядили свои елки? Пишите в комментариях. Спасибо, что весь год были с нами. И увидимся совсем скоро. Всем пока!